Вот сейчас мы с вами поработаем ножом. Вот это все. Все именно будете делать так, как вот с ножом. Мы уходим вниз, перекрываем руку сюда, к плечу, в этот момент удар. Уходим вниз и снизу бьем. Уходим вниз, снизу бьем, делаем подсад. И ну, как бы манекен и все, мы на нем работаем. Наша задача сегодня отработать удар. То есть спеша. Раз, два, три, четыре. Не спеша. Прям вот так, спокойненько, не спеша, накрутим. Это же атака. Начинается вот с этого. То есть выход сюда и сюда. Еще раз. Оно как атакующее действие, так и защитные действия. Также и он стоит в стойке. Также и плечи. Все. А отрабатываем и начинаем по щечку. Бам! И пошли. То есть аккуратнее с локоточкой. Оп! Вышел. Да. Там. Да. Да. Аккуратно с локоточкой. Разговорной стойки, ты же разговариваешь с человеком. Слышь, да ладно, братку, все, че ты? И пошли там. То есть мы должны разговаривать. Мы должны разговариваться. Да, нанесли удар, понесли. Вот он. Пошли дальше. Давай. Как бы отворачивайся. Да ладно, хорош. Бу. Получи. Там тебе, брату. Пошли. Пишут там товарищи. А это работает в драке. Раньше вообще голову себе не забивал. Работает что-то в драке. Спортсменов было мало. Но дрались все. Да. Дрались все. До школы. А сейчас спортсмены, да хрена, и говорит, а работает это в драке или нет? Ручку того все крутили. Да, да, да. То есть били на напропалую, все дрались на поле, на цепях, в поле с гвоздями, на чем угодно, бутылки, розочки нахер, все, все подряд шло. Да, может быть, такие. Да, может быть, просто поехали по щечку. Да, может быть, импульсный. Опять импульс. Импульсный, все рекомендую сюда. Опять же, сюда не сюда. Он вышел. И прям пошли нормально работать. Сразу не можно работать. И все время контролировать.